Всем привет, с вами Exilius 12, я наконец-то возвращаюсь на экраны ваших мониторов, и мы продолжаем проходить мод «Смерти вопреки». Помогите! Как я и говорил, я ждал, когда вы отпишете в комментариях, и сейчас мы будем пытаться вылечить Корсара. Первое, с чего нужно начать, это диагностика. Так, осмотр. Слабые нормы. Но это дальше лечение сразу. В общем, мне написали две комбинации, которые могут помочь. Кто-нибудь! Я их попробую. 3, 2, 2. Выполнил. Вдох. Да, он помер. То есть эта комбинация у нас не прокатила. Ладно, давайте загрузимся. И если не поможет, то тогда, скорее всего, мы просто заберем с него флешку и сдадим квест с погибшим Корсаром. Он также... Его также можно будет сдать. Кто-нибудь! Страшного. Диагностика. Осмотр. Так. Эй! Кто-нибудь! Так. 2. 1. 3. 1. Опять он сдох. Вот первое все правильно, но по-моему. Дальше. Даже. Ну давайте попробуем разобраться. Я думаю, все-таки многие хотели бы разобраться, да я и сам. Сейчас я сфоткаю просто на телефон этот экран диагностики, и мы будем пытаться его вылечить. Не будь. Правда, у нас это ограничено по времени, то есть он умрет, если мы будем долго лечить. Ко мне! Ко мне! Осмотр. Так, сейчас. Выручайте! Кто-нибудь! А? Всё. Закрыть. Теперь справочник. Какие, во-первых, у него беды? О, болячки, то есть сейчас посмотрим. Вот у него здесь пульс повышенный. Так, ну вот еще. Эй! Кто-нибудь! Лечи. Так, первое это у нас винтовая повязка. Это мы ее берем. Выручайте! Кто-нибудь! А? Сюда! Давайте попробуем 2. Помогите! Потом здесь 1 попробуем. Если он сейчас сдохнет, я уже больше не буду загружаться. Хрен с ним. И вот так и загнешься. Вот так. 1-2, собачьи. Эй, не подлагивай. Выполните. Ух ты! А, блин, он сдох. Хотя там все были эти надписи другие, я не знаю, почему он помер. В принципе, мне без разницы. Квест можно сдать, поэтому... Тем более у него флешка есть. К тому же мы пытались его спасти. А это у нас что? Сталкер сказать. А, это записки. Пару дней вот здесь находится, но нам туда пока не пройти, поэтому давайте пока пойдем на этот, как его, к долговцам. Да, кустики. Еще кусты. Стоп. Аномалия кустов. А вот что-то медведь с криком шумка вылезет. Нет, нам аномалия. Thank you.
Тоже никого. Опять никого. Можно пройти? А, блин, у меня есть кто-то. Какой ты страшный. У тебя было задумчивое лицо. Стычинский. Синие глаза. Когда это им добавили синие глаза? А у него вообще стекло есть, чувак? Противогаз тебе не поможет, если у тебя нет стекла в нем. Ай, балбесы, чему вас только лучше. Так, а тут у нас что? Гопник на картах. Чего расскажи, так, чё, как задание выполнено? Так, что это? Ладно, нас спасибо за помощь. Так. Слово долго. Все, он нам больше ничего не говорит. Долг. Ну, это все сержанты. Сержантский состав. Мать его. А ты кто? Опять сержант. У вас рядовые-то есть или сержант? Со всеми вопросами по командиру мы сделаем. Не уйдем. Ладно, пофиг. Ну я не удивлен, чувак. Что у нас встречи с агентом? Это ночью надо. Вот я хотел сейчас как раз на арте найти донор миссион. Инструменты. Кстати, если кто знает, где здесь инструменты, насколько я помню, они не в оригинальных местах лежат. Вы пишите, с радостью их найду. Помните, тайник будет чаще. А вот нам надо тайники заполнить. Мне список уже написали. Я его забыл переписать, но здесь еще есть список. В общем, надо 3 вот таких автомата. У нас, в принципе, 2 есть. Может, пока обогнал взять. О, текстурка у Абакана. Я крайне 3 рядом не стоял. Есть некоторые моды, в которых именно вот Абакан сделан, ну, просто прекрасно. Но это, правда, на Тень Чернобыля. Кстати, о Тень Чернобыля, как вы понимаете, мод не полный, и версия скоро закончится это, то есть мы скоро пройдем Кузатон, дальше пока локация закрыта. И после смерти Вопреки будет новый мод. Я не буду пока говорить какой, но я сразу скажу, что он на Тень Чернобыля. Мод, я уверен, вам понравится. Ожидайте в скором времени. Но сначала нам нужно пройти смерть вопреки. Боеприпасы к автомату 60. Так, 60 патронов. Ну, это есть. Один автомат нужен. Так, 3 отклика. Армейский сухпайок. 3 сухпайка. 3 тюбика промедола. Блин. Фак. У меня пока точно этого всего нет, но я кое-что точно знаю. Что теперь мы пойдем свободовцев на базу. Мы, по-моему, в прозрении уже были, да? Хорошо, пошли к свободе. Так, подлагивает. Хотя я не понимаю, почему подлагивает, если честно. Выдает по фрапсу у меня 50 FPS. Почему лагает, я не знаю. Ну рассказывай. Скорее всего, была просто прогрузка локации. Так, чё? Это ж не цель. О, аномалия. А у меня детектор, не помню. Сам для себя играю как раз в этот самый мод на Тень Чернобыля. И вообще я часто замечал, что самая атмосферная часть Сталкера — это именно Тень Чернобыля. Это после мрачных, да, погодных условий, там, погоды той мрачной, потом летающей атмосферы, как-то зато живенько выглядит. Тень Чернобыля прям чувствуется. Серость, я не знаю, как еще сказать, гнетенность. А вот в Зооприпте я такого, естественно, не ощущаю. Рад видеть! С тобой!
тобой мы горы своротим. Так, нахер его не посылаем, имейте в виду, мы иначе не попадем к ним никогда. 4000, больше мы ему платить не будем, не волнуйтесь. Тут, кстати, куча народу всякого. О, М4А1, да? Парниш. Кстати, я не помню, тайники здесь вырезали, нет? Ну, сейчас проверим. Так, начинается утро в колхозе. Где проход еще один? Должен же быть проход. Ты кто? Ты никто. Ты непись. Неписи не люди. Ага, тайничок вырезали. Ну ладно, ладно. Что тут у нас еще есть? Куча неписи. Да, красавчик, анархист. Фигня, так, мне бы поторговать. Так, а что у тебя есть? Ремкомплекты. А, у тебя ничего... А, вот, заказать можно. Арсенал, аки. Ладно, хрен с ним. А на карте они здесь... А, вот. Квестовый персонаж. Во как. Ну раз квестовый, давайте мы его проверим. Это все неписи. Конечно, я тогда взял квест, ну когда сам играл у главы. А вот сейчас мне почему-то хочется сбегать к квестовому персонажу. Вот он сидит. Унылый такой, шалый. О, укурыш. Почитайте диалог, я просто не служи... Это, блин, зачитался. Я просто не буду читать, потому что многие мат не воспринимают. Красава. Блин, надо запомнить эту пословицу. В общем, диалоги обязательно прочитайте. Так, ну, выбираем самый нейтральный этот. Я просто пока помолчу, я сам читаю диалоги, чтобы ничего не пропустить. Вы тоже читайте, ставьте HD качество. Так, ага, понятно. Там моего напарника, кажется, так, он тебе... Так, ну, в общем, он нам дал квест, насколько я понимаю. Недоступны... А, да. Я, конечно, мог бы сейчас взять у главы этого... Как его? У главы свободы квест. Но я пока его брать не буду, я хочу отключить... Нет, это мне не надо. Вот, респиратор мне задолбал звук его дыхания.
давайте на всякий сохранимся. Если честно, меня самому квест заинтересовал вот этот с напарником. Кстати, меня часто спрашивают, где найти такой или иной артефакт. Я вам честно скажу, я сам не знаю, я этот мод до сих пор не проходил полностью, ну, насколько он доступен в этой версии. Потому что что-то я его забросил, в общем, я не, сам не знаю, если я его найду, то я, разумеется, покажу и расскажу, что да как. Но знать уже вот заранее я пока не знаю, так что извините, но ответить я вам не могу. А, химерка. И тут тайничка нет. Нам, по-моему, да, заправка. А, блин, беги. Уже на границе, аномалия. Здесь по-прежнему долго их ходит. Ну, пускай ходит. Если он любитель походить. Так, к наемникам я вроде бы ходил, да? И, по-моему, они квесты сказали, пока не дадут. Так что пока ждем. Насколько я... Ну, я не уверен, конечно, но, по-моему, они все-таки должны дать квест. Так, засада какая-то. Долг. Опа, понятно. Давайте-ка сохранимся. В общем, в этой серии мы пройдем только один квест, вот этот самый недоступный схрон. Ох ты, блин. А кто главный-то у нас? Вот этот свободовец. Так, в общем, он просто его убил, и нам его отдает. То есть мы... Вы поняли, какие диалоги выбирать. Скажете, что вы типа от бороды, бла-бла. Сержант Седых. Но мне кажется, если бы... Это... Как его? Если бы мы с ним поругались, то они бы просто открыли огонь. Они четверо, а мы, кстати, стоим в самой середине, то есть тактически мы просто бы просрали все нахрен. Год грайперы. Различного типа электрозамков. О как. Скройте. Так, спуститесь в пещеру под заправкой. Разблокируйте скрон и добудьте необходимый свободу. А, то есть нам надо в пещеру идти. Хорошо, пойдемте, я не против. Я давно не снимал часть, мне самому хочется поиграть. Так, только в пещеры я буду спускаться не здесь, не. Здесь я не пойду. Ну, у тебя только пистолет. Толку от тебя больше никакого. Водяры. Кстати, я же артефакт взял, да? Радиацию выводит. Ну, пускай выводит. Давайте сохранимся еще. Так, а здесь у нас что? А, нам надо спуститься на заправку. Насколько я помню, там тайника тоже нет, так что можно не лезть за ним. Кстати, у нас броня нормальная, нормальная. ПНВ нет, это фигово. Придется скакать так. Тут, кстати, ничего сложного. Главное не сигануть с обрыва вниз в самый. Иначе сразу трындец будет. Кстати, у меня дробовик есть. Ну все, тогда живем. Тогда сохраняемся еще раз. И... Что такое? Да блин, что-то не то.
Завершить. Дешифровка. Пропустить, пропустить, пропустить. Преобразовать. Завершить. Генерация. Последовать, сгенерировать. Какой там ко... Мне, я лично сам не знаю, как этой хреновиной пользоваться, но мне написали. Пароль 1724. Взломать. Контейнер в тайнике. Закрыть. Все, 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 закрыть. Чувак, закрыть. Я не знаю, как его закрыть. Он не это, он не отвечает. Банально. Завершить. Генерация. Сгенерировать 1724. Все. Вот, закрыть, 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 закрыть. Завершить, закрыть. Вот это зараз какой. И как быть? Вот тут, вот я просто жму, он не отвечает просто-напросто. И с кейм я тоже не могу закрыть меню. И, кстати... О, все, закрылся. Так, что тут у нас? Три кейса. Теперь у нас какое задание? Отдайте найденный кейс свободовцу. Хорошо, мы их понесем сейчас. В свободе. Только сначала давайте захапаем. А у нас он есть? Геркулес-то есть, нет? Кинза. Получи, Паша, дулю с маслом, называется. Абакан здесь использовать я смысла не вижу, потому что тут снорки, я уверен в этом. Дропадан, кстати, мощный, главное не косить. Правда. Я немного параноик, руки могут дрожать. Да я шучу, с 1 апреля. Так. Ни хрена, если честно, не вижу. Ну, давай. Готов. Насколько я помню, их 3 или 4 в самой пещере и один на выходе из пещер. То есть... Дробовик, конечно, штука полезная, я не отрицаю. Но сохраняться я буду после каждого. О, пустяк. Ладно, давайте снорка загасим. Что тут у нас? О, Oblivion Lost. То есть вот теперь вы знаете, где взять артефакт Oblivion Lost. Вот я не скрываю, в пещерах вы пройдете. На видео все показано. Давайте лучше прочтем записку. Ну, записка ни о чем, а вот артефакт полезный, поэтому я один сниму этот. О, блин, понятно. Не судьба. Макс вес плюс 5. Радиация минус 3. Становление. Давайте вот это возьмем пока. Снороши вроде бы больше не должно быть, если память меня изменяет. Ну вот снорши, в смысле, в пещере. Сейчас еще на выходе на нас нападет один. Так, артефактов новых нет. Ой, ладно. А почему ты калаш взял? Ну ладно, пофигу, дойдем пешком. Так.
Что тут у нас еще? У нас помидольчику надо нахапать. Вот такой вот... Кстати, очень благодарен я тому пользователю, который мне написал пароль от тайника долго. Я бы сейчас точно там сидел бы на нем долго-долго. В общем, спасибо ему. Я просто, извините, забыл его ник или имя. Я уж не помню, где мне написали, в ВК или в Ютубе. Ну, в общем, спасибо еще раз. Так, сейчас мы, кстати, сходим... как его? До базы свободы дойдем. Долго тут еще, кстати. О, блин. В общем, дойдем до базы свободы. Сдадим квест. И, наверное, закончим часть. Но я вырежу, как я буду идти. Так что увидимся через секунду.